Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом, каждая семья. Смотрите в выпуске. На повестке сохранения объектов культурного наследия совещание глав муниципалитетов прошло в правительстве ЯО. Биробиджан, Смедович, Биробиджан. Новый автобусный межмуниципальный маршрут номер 106 запустили в ЯО. Из двух – два определены победители конкурса «Лучший социальный проект года 2021». Лед надежды нашей почти 200 человек присоединились ко всероссийским стартам по конькобежному спорту. Глава муниципальных образований области напомнили об обязанности заботиться о сохранности значимых для истории объектов и памятных мест. По словам начальника инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Светланы Тромса, одной из форм работы является установка информационных надписей и обозначений. Однако задачи справились не все, администрации некоторых районов находятся в процессе ее выполнения. Также участникам совещания рассказали о правилах сохранения объектов культурного наследия. К примеру, запрещается менять их архитектуру. Архитектурный облик, проводить капитальное строительство. Исключение работы по сохранению памятника или здания по согласованию с вышестоящими органами. Если на территории района имеются объекты с исторической или культурной ценностью, то руководство администрации вправе подать заявление о включении памятника или здания в реестр в инспекцию по госохране объектов культурного наследия. Алена Шот, Денис Листюхин, новости 21. Новый межмуниципальный автобусный маршрут появился в Еврейской автономной области. С 7 февраля по нему осуществляются пассажирские перевозки между Биробиджаном и поселком Смедович. Уехать из областного центра можно ежедневно в 13.00 от стоянки Берхаб по адресу Пушкина 1. По обратному маршруту автобус отходит в 15.00 от железнодорожного вокзала поселка Смедович. По просьбам наших жителей Смедовичского района провели конкурс на уровне правительства области. По итогам конкурса компания «Перхаб» приняла решение осуществлять регулярный рейс в поселок Смедович. Рейс будет проводиться ежедневно, кроме воскресенья. Ранее по вопросу организации постоянного маршрута жители района обратились к губернатору области. По поручению Ростислава Гольштейна к организации автобусного сообщения между областным центром и поселком Смедович были привлечены профильный зампред, департамент правительства автономии и муниципальные власти. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, новости 21. Итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года 2021» подвели в ходе 5-й встречи «Бизнес по-женски». В этом году организаторам поступило только две заявки – от предпринимателя и некоммерческой организации. Сам конкурс был объявлен агентством стратегических инициатив и Минэкономразвития еще в 2015 году, и вот уже достаточно продолжительное время он шагает по всей стране. Ну а мы, как центр «Мой бизнес», с 2019 года активно продвигаем его идеи, концепции в нашей Еврейской автономной области. Победители регионального этапа лучшего социального проекта примут участие в конкурсе на всероссийском уровне. Экспертная комиссия определила их по двум номинациям. Ими стали гендиректор Центра психологической помощи «Непоседы» Кристина Мазурова и индивидуальный предприниматель Татьяна Сытник. Последняя планирует обучить английскому языку пенсионеров и детей-инвалидов с сохранным интеллектом. Сама идея у нас появилась в период до пандемии еще, и мы все никак не могли к ней приступить. И вот как раз таки до пандемии произошло, и до пандемии мы запустили этот проект пилотно, и сейчас он уже существует в таком полном размере, и мы хотим еще больше дать ему жизнь впоследствии. Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится на протяжении 7 лет во всех регионах нашей страны при активной поддержке Минэкономразвития и организации «Россия – страна возможностей». Участниками прошлогоднего мероприятия стали более 2000 человек. Алена Шот, Кирилл Богаченко, новости 21.
Когда на льду по-настоящему жарко. Еврейская автономная область присоединилась к всероссийским стартам по конькобежному спорту. Около 200 человек разного уровня подготовки от 7 до 45 лет вышли на гладь стадиона «Дальсельмаш», чтобы сразиться за первенство своей возрастной категории. По правилам, первоклассникам необходимо было преодолеть 50 метров. Для школьников, начиная с 6 класса, и взрослых спортсменов дистанция составила 100 метров. Все участники продемонстрировали высокий класс и целеустремленность, а самые лучшие получили медали и грамоты. Ольга Киселева, Денис Листюхин, Новости 21. Шлепер. На разговорном идиш означает «разгильдя» или «растяпа», но существует шлепер, например, в английском. Шлеп переводится как «болван», а в немецком шлепер – «тягач» или «буксир». Акции нет, а цены низкие. В сети магазинов «Светофор» голень замороженная 1 килограмм 201 рубль. Масло соевое рафинированное 117 рублей бутылка. Бедро «Куриное царство» 1 килограмм 178 рублей. Майонез «Азбука кухни» «Провансаль» 92 рубля 90 копеек. «Светофор», город Биробиджан, улица Советская, 72Е, переулок Аремовский, 3. Работаем с 9 утра до 8 вечера. Второй «Наполеон» в Биробиджане. Теперь и на Пионерской 92. Современные, надежные и безопасные напольные покрытия. Еще больше коллекций, новинок и выгодных цен. Магазины «Наполеон», Пионерская 92 и Невская 16А. Покупайте там, где знают все о полах. Только 10 февраля в поселке Смедович. Специалист из Хабаровска с бесплатной проверкой слуха. Запишитесь заранее. 8-800-45-078. Центр восточной медицины «Гармония» поздравляет биробиджанцев с весенними праздниками. По этому случаю всегда в наличии подарочные сертификаты. Дарите близким жизнь, свободную от боли. «Гармония», Дзержинского, 20Б. В охранную организацию требуются охранники. Работа вахтовым методом на территории ЯО. Официальное трудоустройство, социальный пакет. Обращаться по адресу город Биробиджан, улица Комбайностроителей 38, корпус 6. Телефон 2-41-63 и 8-924-747-77-18. База строительных материалов на Школьной 11. Все виды утеплителей, пенопласт, экструдированный пенополистирол, базальтовый утеплитель. Реальное тепло. Прощание с Винорецким Владимиром Владимировичем состоится 9 февраля в 13 часов в Кафедральном соборе по адресу улица Ленина, 34. Наш инстаграм reabir.ru. Требуются продавцы в магазин обуви «Росток» по адресу улица Пионерская, 66. Полный соцпакет, достойная зарплата. Обращаться по телефону 8-914-815-84-69. АО «Теплоозерский цементный завод» примет на работу водителя автобуса ПАЗ-3205. Заработная плата от 38 до 48 тысяч рублей. Водителя автосамосвала от 46 до 57 тысяч рублей. Водителя погрузчика от 46 до 58 тысяч рублей. Бесплатное проживание иногородним. Телефон 8-924-644-67-80. Фирма «Спринт» осуществляет ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков, ремонт и модернизацию компьютеров. Скупаем неисправные телефоны, планшеты, ноутбуки. Заправка картриджей струйные от 50 рублей, лазерные от 300 рублей. Каждая шестая заправка бесплатна. «Спринт» – новый компьютер. Улица Шалом Алейхима, 37, телефон 239-69. В связи с закрытием в торговом центре «Мегаполис» первый этаж, бутик номер 3, салон мужской одежды «Эстет» проводит распродажу товара со скидкой от 30 до 50% на весь ассортимент. Имеются большие размеры с 58 по 70, количество товара ограничено. Наш инстаграм «Эстетбир».
Военные комиссариаты ЕАО объявляют набор граждан в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил России. Первый контракт заключается с гражданином, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание – солдата, сержанта, прапорщика до 42 лет, младшего офицера до 47 лет, старшего офицера до 52 лет. Денежные выплаты гражданам, пребывающим в резерве, состоят из месячного оклада с учетом районного коэффициента, единовременной денежной выплаты при заключении нового контракта, при привлечении резервиста на занятия или военные сборы выплачивается денежное довольствие как действующему военнослужащему. Телефон 8-964-828-0500. На предприятии ООО «Ветливосток» в связи с расширением требуется технолог пищевого производства. Зарплата от 60 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, соцпакет. Резюме отправлять на электронную почту vetli2012@yandex.ru. Обращаться по телефону 8-964-827-1714. На работу вахтовым методом в Сахалинскую область требуется горничная, зарплата от 47 тысяч рублей, кухонный работник от 47 тысяч рублей, повар от 68 тысяч рублей, пекарь-кондитер от 74 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-914-749-74-51. Эта экскурсия прилагается к покупке фальшивых сертификатов о вакцинации. Если вы заболеете, вот койки. Они очень комфортные, но придется лежать строго на животе. Начнете задыхаться, этот прибор покажет, сколько осталось от ваших легких. А это ИВЛ, он буквально будет дышать за вас. С этим он точно справится. А справитесь ли вы? Это реанимация. Последнее место, откуда есть шанс вернуться домой. А это самый тихий коридор в больнице. Здесь может закончиться ваша экскурсия. Не платите за нее жизнью, вакцинируйтесь. Друзья, привет! Сегодня я с вами, Папа Накормит, и сегодня мы готовим обалденное вкусное блюдо, которое вы все знаете. Это жаркое по-домашнему. Для того, чтобы приготовить нам это блюдо, нам нужно мясо, свинина. Можете взять баранину, например. Говядину не берите, будет жесткая. Ладно, от мяса отъехали. Картофель, лук, помидоры, зеленый лучок, черный молотый перец, маслица, ну и соль, соответственно. Итак, поехали. Сковородочку мы уже поставили на огонь. Добавляем небольшое количество масла. Будем приступать к нарезке мяса. Мясо мы будем резать произвольно. То есть режьте такими кусками, которые вы любите, так сказать. Ну так, чтобы вам было комфортно кушать. Я думаю, что вы все любите жаркое по-домашнему. Это, конечно, очень вкусное блюдо. Я считаю, ну, на мой взгляд, что вообще вкуснее куска жареного мяса человечество еще не придумало блюдо. Но в сочетании с картошечкой, с помидорчиком, с лучком, это вообще пушка. Это просто будет офигенно, обалденно. Я думаю, что вы все со мной согласны. Вот эту часть мы уже можем отправить в сковороду обжариваться. Дорежем. Все отправили, распределили, друзья мои, и не трогаем его в таком состоянии около 5-7 минут. Приступаем сразу к нарезке лука. Лук режем крупно, вот такими вот кусочками, мельчить не надо. И, в принципе, мы тоже его можем отправлять сюда, сверху к мясу, так, чтобы оно, лучок этот не падал туда вниз, не зажаривался. Немножко распределить. Пока у нас все это дело обжаривается, нарежем картофель. Не знаю, кому как, а я люблю, чтобы картошечка была, ну, тоже большими кусочками. То есть такими мощными. Поэтому вот таким вот образом прям нарезаем картофан. Нет, если вы, конечно, не любите, без проблем, можете порезать там помельче. Но тогда, понимаете, она у вас не будет чувствоваться как картофель. Как вам объяснить? То есть она будет меленькая, сильно поджаристая. А мы хотим получить вот от этого картофеля именно
сверху, чтобы вот, ну, вот тут вот он был зажаренный, чтобы корочка была. А внутри, чтобы он был мягкий, вкусный и ароматный. Так, друзья, мяско у нас жарится, самое время его хорошенько поперчить перчиком. Перца не жалеем, обильно. Он здесь придаст очень офигенский вкус. Конечно же, посолить. Заметьте, мясо я пока еще не перевернул. Это очень важный момент. Также у нас здесь есть сушеный розмарин. Именно сушеный. Мы немножко вот так вот добавляем его. Пару щепоток. То есть свежий не нужен. Свежий, если вы добавите сюда розмарин, его нужно будет добавить, он отдаст свой вкус, и его нужно будет вытаскивать. Зачем эти лишние манипуляции, если можно посыпать сушеным, он отдаст весь свой вкус и как бы растворится в нашем жарком, и доставать его никуда не нужно. Итак, сейчас мы можем уже помешать наше мяско. Посмотрите, оно уже с одной стороны поджарилось. И оставляем его дальше обжариваться. Сейчас свинина начнет выделять свой естественный сок. Он, конечно же, будет мешать зажарке нашего мяса. Но мы подождем, он испарится со временем. И также другая сторона мяса поджарится. Так, друзья, мяско у нас уже поджарилось. Смотрите, какое оно золотистое, красивое. Самое время закидывать наш картофан. Вот так вот его распределяем. Посмотрите, какие брусочки, да, у картошечки. Я еще раз вам повторяю. То есть будет намного вкуснее, если вы порубите ее крупно. Она сейчас поджарится у нас со всех сторон, а внутри будет мягенькая и очень вкусная. Поэтому мы вот так вот ее закидываем. Соответственно, опять же, черный молотый перец. Для этого блюда мы его вообще не жалеем. Мы просто его туда сыпем и придаем этому блюду неповторимый и классный аромат. Конечно же, картошечку нужно подсолить. Соль — это у нас приправа, усилитель вкуса. Она каждое блюдо делает вкуснее и круче. Друзья, пока у нас картошечка жарится с мяском, давайте разделаемся с нашим помидором. Помидор в этом блюде нам нужен один для такого количества ингредиентов. Убираем с него лишнее. Все убрали. Нам нужно его порезать тоже вот произвольно, вот такими вот кусочками. Когда мы будем доводить наше жаркое до готовности, мы добавим помидорчик сверху. Он придаст немножко влаги своего вкуса. Будет намного сочнее это блюдо. Запоминайте обязательно. Я не думаю, что при приготовлении вы добавляете помидор в жаркое. Поэтому смотрите нас, и вы много-много-много узнаете всяких разных фишек именно в кулинарии. Картошечка у нас поджарилась, она стала немножко мягкой, но, конечно же, она у нас тут не прожарилась до конца. Посмотрите, какая она румяная, как она гармонирует с нашим мясом. Это просто великолепно. Запах просто здесь раздается шикарный. Я думаю, что у вас уже слюнки текут от вида этого блюда, но оно еще не готово. Сейчас мы его будем доводить до конца. Для этого мы возьмем наш противень и вот так вот аккуратненько выложим наше жаркое, чтоб не дай бог ничто никуда не упало. Это такая вкуснотень, просто каждый сок, каждая капля этого блюда, она очень важна. Все, мы выкладываем все это в противень и будем доводить вот это наше жаркое в духовке при температуре 180 градусов, где-то около, ну я не знаю, 10, может быть, 15 минут, в зависимости от того, как у нас приготовится картофель. То есть мясо у нас, в принципе, здесь уже готово, а картошечка еще нет, она внутри немножко сырая, поэтому нам нужно ее довести до логического завершения. О чем я говорил, да, про помидоры. Мы их вот так вот аккуратненько укладываем. Именно влажной стороной, не шкуркой. Бланшировать их здесь не нужно. Они замечательно подпекутся. Так вот, ложили.
и убираем в заранее разогретую духовку, еще раз повторяю, температура 180 градусов, на 10-15 минут. Можно всегда открыть дверцу, проверить, готова картошечка или нет, и уже можно будет подавать. Поехали, мы убираем. Все, друзья, наше жаркое готово. Осталось только добавить немножко сюда зеленого лука. То есть многие повара, может быть, со мной не согласятся, что зеленью украшать блюдо – это моветон. Но нет, здесь она необходима. Лучок дополнит наш вот этот кулинарный шедевр. Будет намного вкуснее, красивее. Смотрим. Крошим меленько зеленый лук. Количество достаточно. И украшаем так вот наше блюдо. Аккуратно посыпаем. За счет температуры жаркого по-домашнему лучок сейчас начнет отдавать весь свой вкус. Ну и выглядит красивенько. Ну все, друзья, вот такое вот блюдо у нас получилось. Настоящее жаркое по-домашнему. С мясом, с картошкой. Все ингредиенты присутствуют. Лучок, как репчатый, так и зеленый. Помидоры отдают свою влагу этому блюду. Оно не будет сухое, оно будет сочное. Поэтому всем рекомендую к приготовлению. Смотрите нас на канале НТК-21. Не забывайте подписываться на наши соцсети. Реабир, YouTube, Instagram, а также Папа накормит, Никита Сиземов. Пока-пока. Гефилте фиш – традиционное рыбное блюдо еврейской кухни из рыбьей кожи, начиненной фаршем из филе этой же самой рыбы, после чего полученная фаршированная рыба отваривается и подается нарезанной на ломти. Ее стараются готовить из крупных пород речных рыб, например, щуки. Наш инстаграм reabir.ru. Новая весна, новая легенда. 4, 5 и 6 февраля в магазине «Легенда» «Черная пятница». Скидки на все до 70% и совершенно новый ассортимент для вас. 4 февраля работаем до 9 вечера. Магазин «Легенда», улица Шалом Алейхима, 22. Инстаграм «Легенда», магазин «Биробиджан». Компания по изготовлению упаковки приглашает на работу ведущего менеджера по продажам, оператора производственного цеха, подсобного рабочего, упаковщика производственного цеха, слесаря, наладчика оборудования, кладовщика склада готовой продукции. Телефон 48-104. Для работы вахтовым методом в Республике Саха-Якутия требуются охранники 4-6 разряда. Официальное трудоустройство, заработная плата высокая. Наличие удостоверения частного охранника обязательно. Телефон 8-914-310-02-26. Горнодобывающее предприятие приглашает на постоянную работу экономиста. Работа в офисе город Биробиджан. Машиниста автогрейдера, фельдшера. Работа в поселке Известковый. График работы сменный. Предоставляется жилье, питание. Зарплата достойная. Телефон 8-924-155-32-05. Центру комфортного проживания требуются слесари, сантехники, электрики, электрогазосварщики, плотники, водители, техник, тракторист, диспетчер, монтажники окон ПВХ, дворники, уборщики лестничных клеток. Время работы с 8 до 17.00. Обед с 12 до 13.00. Телефон 2-46-10. Вольная борьба – базовый вид спорта в Еврейской автономной области. Секции поддерживаются субсидиями из федерального бюджета. Только в одном спортивном комплексе «Союз» занимается свыше 150 человек, из них 5 девочек. Это неудивительно, ведь борьба считается не женским занятием. Требуется большая выносливость и сила. Но представительницы прекрасного пола показывают результаты не хуже, чем юноши. Девочка у нас одна, которая ездила на самбо, на вольную борьбу. Стала призеркой и стала седьмой на России. Сейчас она должна была ехать бороться и попадать в сборную России, но
чуть-чуть у нас не получилось. Там маленькая микротрамка, и мы ее пощадили и не поехали. Екатерина Лапина – та самая девушка, которая стала призером чемпионата России. Ей 16 лет и вольной борьбой занимается всего год. За это время успела посетить соревнования на Сахалине, на Рафаминске и Благовещенске. Везде занимала призовые места. Свою поездку в административный центр Амурской области вспоминает так. Я ездила с целью победить, хотя бы войти в тройку. У меня были соперницы из Бурятии, из Приморского края и Хабаровского края. Я провела 4 встречи, выиграла 2 досрочно. Этот год стал удачным для борцов еврейской автономии, несмотря на корректировки, которые внесла пандемия. Приходилось придерживаться социальной дистанции. Гостей из других регионов ЕО не приглашали, отменяли соревнования. За этот год я, к сожалению, посетил мало турниров, потому что проходит сейчас COVID-19 и есть какие-то ограничения. Но я был участником ДФО, к сожалению, там проиграл. Также участвовал в дальневосточном турнире в городе Благовещенск. Наследие Трое, занял 3 место. Также проходили областные турниры у нас в области. Занял на одном турнире 2 место, а на другом турнире 1 место. Вольная борьба – занятие не для слабых. Нужно отдавать свое время тренировкам, постоянно поддерживать физическую форму и правильно питаться. Разумеется, и о вредных привычках нужно забыть. На каникулах мы тренируемся 2 или 3 раза в день. Также бывают сборы и летом площадки. В учебные дни тренируюсь каждый день, кроме субботы и воскресенья. Спорт полезен для всех, даже для маленьких. Илье Попову 10 лет, из них 6 он занимается вольной борьбой. Причем тренироваться захотел сам. Папа предложил другой спорт, но я не захотел, мне там не понравилось. Мне понравилась борьба, я любил бороться, и я его выиграл. Маленькие борцы добиваются больших успехов. В своей категории занимают призовые места, ездят по городам, представляя область. Сначала это соревнования здесь, соревнования области, 2 место. Потом были Благовещенские, 3 место занял, и в Уссурийске 2 место. Все. Соревнований было мало, потому что вес у меня маленький, а год 8. И половина соревнований отменили, половина нет моего веса. Спорт – это укрепление не только всего организма, но и силы духа. Вольная борьба прививает мальчишкам и девчонкам чувство ответственности, уважение к старшим, воспитывает жизненно необходимые качества личности. Дисциплина, потому что это самое важное. И если нет дисциплины, то не будет ничего. Я хочу добиться мастером спорта, и для этого надо тренироваться и слушать тренера. Вольная борьба является тандемом гибкости и силы. Она улучшает работоспособность иммунной системы, укрепляет все мускулы тела, положительно воздействует на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Я сам занимался всю свою жизнь этим видом спорта. Ничего плохого в этом нету, только все хорошее. Здоровье, сила, ум. Всех, кто приходит в секцию борьбы, первым делом научат падать. Без этого навыка не избежать травм. Как только тренер будет уверен, что человек освоил эту технику, начнутся занятия с использованием бросков. Потом спортсмены тренируют подсечки, броски, захваты и перевороты. Для маленьких детей, для развития мальчишек, то есть этот вид спорта, как мы можем сказать, базовым. То есть от него можно потом отталкиваться к любому другому виду спорта. То есть это база, которую они здесь получают, координация движений, растяжка, физика. То есть с этой базой потом можно уйти, даже если ребенок уже не захочет заниматься этим видом спорта, он может спокойно перейти в любой другой вид спорта. Для того, чтобы стать хорошим борцом, одной силы мало. Необходимо просчитывать ходы противника, предугадывать его действия. Недаром вольную борьбу называют силовыми шахматами. В первую очередь это труд. Труд. Я как сказал, что любой вид спорта – это труд. Без труда не станешь спортсменом. А вольная борьба, слышал, вы говорите, сколько вольная борьба, да? Вольная борьба – это не то, что там тяжелый вид спорта, это еще и быстрые шахматы. Потому что пока шахматист подумает, мы уже делаем 3-4 шага. У нас очень быстрое мышление. Поэтому борьба – это сила, труд.
и уметь быстро играть в шахматы на ковре. Впервые российские борцы вольного стиля приняли участие в Олимпийских играх в 1952 году в составе сборной СССР. Команда заняла первое место. С тех пор мало что изменилось. Россияне продолжают отстаивать честь страны и приносить в копилку все больше золотых и серебряных медалей. И кто знает, может быть, сегодняшним юным спортсменам из ЕО предстоит стать новыми чемпионами. Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область, каждый дом, каждая семья.